Было. Решение Совета Федерации и Государственной Думы по этому поводу, которые сегодня приняты, я расцениваю как единственное возможное решение, которое уважает реальные факты и здравый смысл. Я считаю, эти решения – это демонстрация гуманизма в действии. Документы готовы, да? Хорошо. Есть у него? Да. Правильно. Когда? Мы, конечно, склоняемся, что вошли в Россию. Давно это хотят осетинский народ. Ну, обещают, вот соединяемся. И пока это самое, люди гибнут там. А у вас сколько всего? 4. Я хочу, чтобы мы были независимы, но я думаю, мы все-таки должны быть с Россией. Потому что Северная Осетия, она с Россией, и мы все равно должны объединиться. Лично я этого хочу. Я думаю, все этого хотят, чтобы две Осетии, они воссоединились. Потому что мы об этом мечтали 15 лет, мы только этого ждем. И назад пути не должно быть. Вот смугарский паспорт, вот туда пройдете, там вы выпишете документы. Конечно, подъехали. Внутри